Всем привет, с вами Ирина. И сегодня у меня вот такая вот посылочка. Я сегодня без Алины, некому распечатывать. Она обычно мне это делает очень хорошо. Вот, за окном у нас уже зима. Первый день вот такой вот настоящей зимы. И у нас уже праздничное новогоднее настроение. Я не могла это не заказать. Я давно это очень хотела. Я мечтала об этом растении, чтобы оно у меня просто, ну, дома было. И да, я его все-таки заказала, потому что, ну, в преддверии Нового года, я говорю, я не могла этого не сделать. Ой, посылка пролежала на почте лишних 2 дня. Переживаю очень за нее, чтобы там было все хорошо. Растение на самом деле очень нежное, поэтому я же говорю, я переживаю, чтобы она не подморозилась, не все-таки в темноте лежала. У нас в магазинах такое растение стоит очень дорого. Ну, на интернете можно, конечно, найти приемлемую цену. Ну, опять же таки, все зависит от высоты растения. От возраста, насколько оно побольше, растение намного дороже, поменьше еще нужно найти за нормальную цену. Так, вынимаю. Двойной слой утеплителя. Отлично. Ой. Чтобы все были. Ага, вот еще держит. Чтобы все было в целости и сохранности, всегда переживаю. Немножко помялся горшок, сплюснулся. Это елочка араукария. Вот. Она немножко вот сейчас поднята, но она распустит свои веточки. Боже, тут их 3. Тут их 3? Нифига себе, тут их 3, девчонки. Гляньте. 3 елочки. Ого, ничего себе. Неожиданно. Класс. Ой. Паучок. Ты мертвый или живой? По-моему, уже замерз. Девчонки, 3 елочки. Офигеть. Прикольно. Я знаю, они в один ствол растут. Класс. Вот это бонус. Ну, пока что я трогать не буду. Ничего рассаживать, ничего не буду. Пусть оно у меня так адаптируется. И я очень рада, все листики ее прекрасные, целые. Ничего не заморозилось. Вау. Ну все. Теперь у меня точно новогоднее настроение. Класс. Араукария. Я давно хотела араукарию. Это комнатная елочка, кому интересно. Вот. Она очень, конечно, нежная.
и капризная, потому что она очень медленно растет. Она любит влажность, чтобы ее опрыскивали вокруг нее. Ну, в общем, чем-то она похожа на орхидейки. Вот. Ну, вот такая вот. Вот такое вот трио получилось. Да, прикольненько. Пушистенькое чудо. А по фотографии не было ничего видно. Три их там, не три. Просто она была пушистая. Но я так понимаю, что это сеянцы, потому что я вот вижу детские иголочки. Вот. И, кстати, да, я заказывала когда-то семена араукарии на китайском сайте. Вот, и они у меня до сих пор есть. Я что-то про них забыла, закинула. Хочу их продолжить проращивать, посадить. Может быть, у меня тоже что-то получится с семян. Это будет здорово. Вот. Так что вот такая вот араукария. Сейчас я буду продумывать, куда я ее поставлю, чтобы она себя чувствовала нормально. И чтобы котенок ее нигде не перевернул, ничего, чтобы обеспечить ей те условия, которые ей более-менее подходят. Вот. Такая была араукария. Алина приедет, будет радоваться тоже, потому что Алинка гостюет у бабушки, поэтому я распечатываю посылочку одна. Да-да-да, интересно, у нее есть запах? Хотя бы какой-то хвоинки. Сейчас я вам скажу. Да, легкий-легкий запах хвои у нее присутствует. Прикольно. Прикольно, боже, какое чудо. Я очень рада, что она у меня появилась. Очень-очень-очень рада. Все, хорошие мои любимые, спасибо вам за просмотр, спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Всех люблю, всем пока.